Смертельный обгон. Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Ладой Ларгус. Есть пострадавшие. Погибла пожилая женщина. ДТП произошло вчера на 105-м километре трассы Уральска-Тырау. Из-за непогоды дороги превратились в каток. Но это не помешало водителю иномарки предпринять опасный маневр. Совершая обгон, он допустил лобовое столкновение со встречной автомашиной. Пассажир «Лады Ларгус» 48-го года рождения скончалась на месте. Водитель, также три пассажира, были госпитализированы. По данному факту сейчас начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.